Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами поговорим о фаворитах и разочарованиях осени 2020 года. У меня здесь лежат две кучки косметики. Одну кучку я очень люблю, у меня постоянно тянется рука к этой косметике, а о покупке второй части я очень сильно жалею. Так что заваривайте чай, кофе, присаживайтесь поудобнее и продолжайте смотреть это видео. А мы поехали! Итак, сначала давайте поговорим о хорошем, то есть о фаворитах, потом я перейду к разочарованиям, и в конце этого видео я вам расскажу про пограничные средства, которые балансируют, то они фавориты, то они становятся разочарованиями. Так, хорошая нота, начинаем с хорошего. Первое, что я хочу вам показать среди фаворитов и за что вполне возможно в меня полетят помидоры, причем тухлые, а не хорошие помидоры, которые можно есть, это румяна от Charlotte Tilbury. Вот такие кремовые румяна, это средство называется Lip and Cheek Glow Pillow Talk и оттенок у меня Color of Dreams. Это средство по какой-то причине можно купить только на официальном сайте Charlotte Tilbury, нельзя купить на Cult Beauty. И как бы я ни любила британский сервис и в особенности сервис Charlotte Tilbury, потому что заказ мой они потеряли и они не собирались его искать. И больше того, письма мои они либо игнорили, либо же отвечали на них просто копипастом, причем настолько бездарным копипастом. В общем, ни в коем случае я не рекомендую вам делать заказ на официальном сайте, но эти румяна, к сожалению, мне очень понравились. Не знаю, где их достать, кроме официального сайта, поэтому покажу вам чуть позже их аналог. Невероятно красивый оттенок Color of Dreams. Мне очень понравилось то, что эти румяна смотрятся натурально, красиво. Это не розовый оттенок, это не персиковый. Он подойдет к любому макияжу. И он настолько украшает внешность. Он делает настолько тебя свежей и цветущей, просто как вишня. Эти румяна можно наносить на щеки, можно наносить на губы. На губах мне это средство совершенно не понравилось, потому что оно не дает ни красивого оттенка губам, и оно совершенно их не увлажняет. Никакого ухаживающего компонента нет в составе этого средства, и поэтому на губах оно просто некомфортно ощущается. Но в качестве кремовых румян это просто бесподобно. Эти румяна не разъедают тон, они великолепно тушуются. Они, что самое главное, не исчезают в течение дня. Это моя проблема со всеми румянами, они куда-то улетучиваются. А эти румяна остаются с тобой весь рабочий день и никуда не исчезают. В общем, очень хорошо они освежают, очень классно смотрятся и стоят безумно дорого, 3000 рублей. Поэтому я нашла на них достаточно неплохой аналог, и это румяна Шик. Шик, оттенок у меня номер 04, они как раз таки стоят 500 рублей, и если вам хочется взять что-то похожее на эти румяна, то возьмите лучше Шик. Их тоже можно наносить и на губы, и на щечки. Оттенок здесь не сильно похож на Шарлотту, но эффект безумно похож. Настолько похожий эффект, что я действительно считаю, что не нужно покупать Шарлотту, если есть возможность купить Шик. Шик продаются на Wildberries за 500 или 550 рублей, поэтому лучше приобретите их. И следующий мой фаворит, который вытекает из предыдущих двух, это кисть, которой я тушую эти кремовые румяна. Кисть у меня от NYX, я эту кисть покупала еще 3 года назад для тональной основы. Понаносила я тональную основу и потом на эту кисть забила весело и задорно. Она лежала у меня, как я уже сказала, примерно года 2,5, абсолютно без дела. Я уже было думала ее выкидывать, но тут появились эти кремовые румяна и проснулась вторая жизнь у этой кисти. А эта кисть не вбирает в себя очень много румян, она их очень щедро и хорошо отдает, она не размазывает, она не оставляет полосы. В общем, она делает действительно очень красивый, нежный, но заметный эффект. Я не люблю этот бренд, но кисть действительно хорошая. Следующий мой фаворит это хайлайтер от Наташи Деноне. У меня был отдельный обзор на новую коллекцию Наташи. Этот хайлайтер называется I Need a Nude Glow. Он стоит 42 доллара, поэтому очень хорошо, что это мой фаворит, иначе это было бы огромное разочарование.
Но этот хайлайтер хорош тем, что он, во-первых, не подчеркивает текстуру кожи, что очень важно для людей с проблемной кожей. Он не подчеркивает воспаление, он не подчеркивает поры, кратеры. И этот хайлайтер не желтый, как кажется. Это красивый оттенок, ну, скорее даже шампанского с небольшой-небольшой желтинкой, но при этом он действительно хорошо смотрится, не продает желтушности, не делает ваше лицо больным. В общем, просто красиво и хорошо смотрится, не ложится пудрой, не ложится поверх кожи, дает красивый эффект сияния изнутри и даже есть небольшой мокрый блеск. Следующий мой фаворит — это карандаш Каял от бренда Vivienne Sabot. У меня это оттенок 03, называется это лайнер Virtuos Каял. 03 оттенок — это карандаш очень-очень похожий на карандаш от Charlotte Tilbury, только у Charlotte оттенок более коричневый, у Vivienne Sabot это более бордово-красный оттенок. Я уже рассказывала про этот оттенок, делала их сравнение, и это действительно аналог Charlotte Tilbury, но этот аналог превзошел свой оригинал. У Charlotte карандаш достаточно жесткий, им трудно рисовать, им трудно вести по коже, потому что он суховат, и карандаш у Charlotte в минуту застывает, и ты не можешь буквально после того, как ты убрал карандаш с лица, его растушевать или же вытянуть тонкий кончик, потому что он за секунду застыл. В то время как у Vivienne Sabot остается еще минута хотя бы на то, чтобы ты спокойно отложил карандаш, нашел нужную кисточку, подтушевал карандаш, вытянул тонкий кончик, и только потом этот карандаш зафиксировался намертво и никуда не девается. В общем, это карандаш более мягкий, более пластичный, более юзер-френдли. Действительно лучшая версия, чем Charlotte Tilbury, так что не тратьте свои деньги на не весь что, возьмите лучше Vivienne Sabot. Про уход я в этом видео говорить не буду, у меня было аж целых 2 видео с фаворитами в уходовых средствах. Во-первых, это было видео про бюджетные находки у Эвелин, оставлю ссылочку, и во-вторых, это было видео про необычную корейскую косметику Niagen. Этой осенью я пользовалась в основном средствами из теми 2 видео, поэтому не буду здесь тратить ваше время на повтор всего того, что я показывала там. Единственное, про что я все-таки расскажу, это тоник от Эвелин, и здесь 5% гликолевой кислоты. Этот тоник настолько хорош, что я все же повторю сама себя и расскажу вам здесь про это средство. Это отшелушивающий тоник, придающий сияние. Он мгновенно улучшает цвет лица, разглаживает, подтягивает и сужает поры. И все эти обещания он выполняет. Это действительно невероятный тоник. Здесь всего 110 мл, и как видите, за несколько месяцев его использования израсходовалось лишь четверть. Этот тоник кислотный, он действительно улучшает цвет лица, он действительно придает коже сияние, он действительно сужает поры и борется с воспалениями, что очень важно. Здесь кислота, я использовала раньше этот тоник сначала через день, потому что для меня было too much использовать каждый день, но сейчас, когда кожа попривыкла, я использую уже это средство каждый вечер. Очень-очень хороший, действительно работающий тоник, обратите на него свое внимание. Тональные средства. Здесь все очень-очень сложно. Первое, что я покажу, это Vivienne Sabot Shaka Shaka. Я уже рассказывала про это средство, поэтому сейчас только быстренько его вам покажу. Это легкая тональная основа, которая придает очень заметное сияние. Не подойдет для жирной кожи, не подойдет для проблемной кожи. Для всех остальных оно подойдет. Если вам нравится трендовый современный эффект на сияющую кожу, то вот это средство для вас. Второе средство, за которое в меня вполне возможно полетят те самые тухлые помидоры уже повторно, или, быть может, уже полетит капуста, я не знаю, и это коллаген. Извините за то, что крышка здесь такая несимпатичная, я не успела ее почистить. Этот тон — это либо любовь, либо ненависть. Когда я его показала в первый раз на своем канале, мне написали то, что выкиньте это средство.
Действительно, то, что это самая ужасная тональная основа, мне написал кто-то из подписчиков, выкиньте ее к чертовой матери. Но я не выкинула, я попробовала этот тон, и он мне понравился. У меня с ним все-таки случилась любовь. Этот тон со средним покрытием, он увлажняющий, он перекрывает воспаление, но он, конечно же, долго фиксируется на коже. Точнее, нет, он не фиксируется на коже, он просто долго подсыхает. Ему нужно дать достаточно много времени для того, чтобы он уселся. Первое время у меня на нем подзалипал бронзер, поэтому, в общем-то, наверное, у многих случается не любовь с этим средством, потому что сухие текстуры, если этот тон не уселся, могут на нем подзалипать. Но спустя некоторое время у меня все проблемы с этим тоном ушли, и сейчас я его спокойно наношу, я не жду полчаса после его нанесения, сразу же наношу все остальные средства, и у меня все хорошо. Тени. Теперь давайте поговорим, конечно же, про тени. И первое, про что я вам хочу рассказать, это Наташа Денона Мини Зенда. У меня недавно вышел обзор на эту палетку, оставлю здесь ссылочку. Если вы его смотрели, то вы уже знаете то, что я всей душой ненавижу. Именно ненавижу оттенок оранжевый из этой палетки. Он ужасен, он не наносится. Это главное, более не оттенок. Не буду больше распыляться на эту тему, просто скажу, что он ужасен. Но при этом у меня есть огромная любовь к серебристому оттенку. Он дает настолько красивый эффект, он настолько нежный, кремовый. И получается настолько красивый макияж из этих матовых и этого серебристого, что у меня рука к этой палетке тянется, и несмотря на то, что коричневый осыпается и на ужасный, просто ужасный оранжевый, я эту палетку полюбила, и рука у меня тянется к тому самому макияжу с серебристым шиммером. Поэтому все же эта палетка стала моим фаворитом этой осени, хотя она имеет и серьезные недостатки. Следующее, что я любила этой осенью, это один оттенок, всего один, из другой палетки Наташи Деноны. Это Eyeshadow Palette 5, Palette номер 09. Здесь я полюбила красивый зелено-желтый оттенок. Этот оттенок очень необычный. Это невероятно глубокий, именно глубокий многогранный оттенок. Это не золото, это не зеленый, это что-то среднее между бронзой, золотом, зеленцой, каким-то мхом. И я бы даже сказала, что это цвет леса, покрытого мхом после долгих-долгих дождей, на который попал луч света. Вот очень странное у меня описание, я понимаю, но этот оттенок, он настолько многогранный и сложный, его хочется рассматривать, он все время выглядит по-разному, и поэтому у меня такая любовь к этому оттенку. Я наношу сначала макияж палеткой Mini Glam, Mini Gold, тоже от Наташи Деноны, здесь тоже есть золото, здесь тоже есть красивый зеленый шиммер, но они даже в сочетании, даже близко не дают такой эффект, как вот этот оттенок. Я не пользуюсь другими оттенками из этой палетки, я несколько раз делала макияж с вот этими, ну, получилось просто симпатично, но ничего особенного. И с бежевым оттенком я пыталась подружиться, но он вообще плохо переносился на глаза, и это не любимый оттенок в этой палетке. Иными словами, действительно любовь и фаворит это оттенок. Вот этот оттенок. Этот оттенок называется 14M античная олива. И фавориты уже подходят к концу. У нас осталось всего несколько средств. Предпоследнее средство из фаворитов это жидкие тени Metal Hype Luxe Visage оттенок номер 10. Именно оттенок номер 10 это розово-сиреневый оттенок. Он очень красиво смотрится с зелеными глазами, придает такую нежнятинку, красивую-красивую нежнятинку, что хочется наносить его на глаза. Этот оттенок лучше всего заходит вместе с розовыми румянами. Вы наносите румяна на щечки, потом подтушевываете этот оттенок при помощи тех же самых розовых румян, и образ выходит настолько нежный, цветущий. Вот весна пришла, и вы цветете. Вот так можно описать этот оттенок.
И последний мой фаворит — это два блеска. Про первый я устала, серьезно устала вам рассказывать, поэтому я на минуточку его покажу. Это Clarins Eclat Minute, оттенок номер 06, ухаживает пигментированно, красиво, классно. Вот постоянно его использую, рука тянется непрерывно к этому блеску. И второй блеск — это Le Grand Volume Vivienne Sabot, оттенок номер 10. Тоже не буду про него долго рассказывать, потому что уже его показывала. Это оттенок, этот блеск, аналог блеск Lime Crime. Похоже все, формула, упаковка, запах, вишенки на упаковке. Похоже все, действительно хорошие блески, которые стоят 400-500 рублей. И они своих денег, в общем-то, стоят. Теперь пришла пора поговорить о разочарованиях, которых тоже было немало. Так что приготовьтесь к тому, что сейчас будет много-много нехорошего, и, возможно, вы со мной будете не согласны во многих моментах. Так что запаситесь терпением, пониманием, тем, что у всех есть разное мнение, и оно может быть отличным от вашего. Так что если что-то из того, что я вам сейчас покажу, вам нравится, пожалуйста, не кидайтесь меня помидорами. У всех разное мнение, косметика вообще дело субъективное. Итак, первое, что я хочу не похвалить, а раскритиковать, это сыворотка X-Brow. Это X-Brow Eye Conditioner. Это средство рекламировала Оля Ред Отум. Она его очень хвалила, и именно по ее наводке я его приобрела. В одном из предыдущих видео я уже кидала камень в огород Оли Ред Отум, и кто-то мне даже написал в комментариях, что за что это я так плохо отзываюсь о Оли Ред Отум, она трудяжка. Она трудяжка, спору нет, но сыворотку она прорекламировала плохую. Возможно, эта сыворотка для бровей на ком-то сработает хорошо, у кого не такие проблемные брови, как у меня. У меня брови перещипаны, и они не растут, и у меня были надежды, что, быть может, с этим средством луковицы проснутся. Нет, они не проснулись, ничего не произошло. Эта сыворотка стоила очень дорого, она обошлась мне в 2000 рублей с копейками. И это страшное разочарование, во-первых, потому что это средство вызывало прыщи, во-вторых, это средство не отрастило мне брови, и даже те брови, что у меня уже были, те волоски никак не изменились к лучшему, и в-третьих, это средство должно было испортиться спустя месяц, и при том, что стоит оно так дорого. И ладно, если бы оно испортилось спустя месяц. Оно, насколько я понимаю, по отзывам у всех спустя месяц портится. Но у меня, как у особенного человека, она испортилась уже спустя 3 недели. 2000 рублей, и она испортилась спустя 3 недели. У меня нет слов. Пожалуйста, не тратьте свои деньги вот на это. Не тратьте ни в коем случае. Это полная фигня. Возможно, на ком-то это работает лучше. Но на мне это не сработало от слова совсем. Это просто потраченные зря деньги. Не говоря уже о том, что срок годности у этого средства вышел раньше, чем должно было бы быть. Следующее мое разочарование — это маркер от бренда Anastasia Beverly Hills Brow Pen. Оттенок Medium Brown. Я возлагала большие надежды на этот маркер. Я думала, что, быть может, он станет для меня заменой маркера от Lime Crime, но нет. Lime Crime не заменит ничто. Видимо, ничего его не сможет заменить. Здесь маркер первое время рисовал тонкие, четкие, пигментированные линии, и сначала я даже очень обрадовалась, но потом и прошла любовь, завяли помидоры, потому что этот маркер стал очень быстро пересыхать. Обычно маркеры пересыхают, если их неправильно хранить, если их хранить, например, колпачком вверх. Этот же маркер, вне зависимости от того, как я хранила, то есть колпачком вверх, колпачком вниз, горизонтально, он был пересохший абсолютно всегда. И если первую половину брови вы еще могли нарисовать, то на второй половине брови этот маркер уже пересыхал, даже если ты его хранил колпачком вниз и не рисовал. И даже если каким-то чудом вы нарисуете себе вторую половину брови, то у вас вообще-то есть еще вторая бровь, которую тоже нужно как-то нарисовать, но на это маркера уже не хватит.
И ладно, вы его можете вот так вот потрясти, он более-менее начнет рисовать, но брови получатся разные, потому что на этой брови у вас сначала маркер был пигментированный, он рисовал тонкие линии, на второй брови у вас маркер будет уже рисовать толстые и практически полупрозрачные линии, и хотите вы того или нет, но брови выйдут разные. Так выходит абсолютно всегда, в то время как маркер от Lime Crime, как ты его не храни, вверх колпачком, вниз колпачком, горизонтально, диагонально, хоть ты его под подушку засунь, ничего с ним не случится, он всегда хорошо рисует. Так что маркер от Анастасии нет, нет и еще раз нет. Следующее средство, это тоже средство для бровей, которое мне не понравилось, и это карандаш от Nabla Brow Divine. У меня это оттенок Нептун. Нет у меня претензий к оттенку, нет претензий к щеточке, есть претензия к формуле, потому что данный карандаш очень сухой, и так как у меня кожа на бровях очень текстурная, я не могу им рисовать нормальные линии, потому что карандаш не рисует дальше, и чтобы провести тонкую линию, нужно приложить силу. Я думаю, вы понимаете, что карандаш, на который нужно сильно давить и растягивать кожу, это плохой карандаш, потому что растягивать кожу и давить на кожу не нужно вообще. Это приведет к растягиванию кожи, к быстрому старению и, в общем, ничего хорошего. Следующее разочарование – это Charlotte Tilbury, конечно же, это однушки, новые однушки. У меня здесь две штуки – Волков No Shame и Pillow Talk. Если вы видели рекламную кампанию или, быть может, мой обзор, у меня был отдельный обзор на эти однушки, на все вот это вот новое от Charlotte, вы видели, наверное, в рекламе, как Charlotte наносит пальчиком эти тени и как появляется россыпь просто бриллиантов и блесток у модели. В жизни ничего подобного не происходит, не появляется россыпь красивейших блесток, появляется черти что. Либо появляются у вас крупные-крупные блестки, которые не выглядят красиво, база из оттенка у вас практически не появляется, и если вы наносите это на пустое веко, то это просто выглядит плохо, а если вы наносите это поверх другого оттенка, поверх шиммера, например, то тут как выйдет. Может быть, выйдет средненько, может быть, выйдет не средненько, а просто плохо, но никогда это не выглядит хорошо. Это не тени за 2500 рублей, это точно. Поэтому для меня это сплошное разочарование, и просто не тратьте на эти деньги. Вот серьезно, совсем не тратьте. И еще одно разочарование тоже от Charlotte, это блеск из той же коллекции, а называется он Walk of No Shame, точнее оттенок так называется. Этот блеск не ухаживает за губами от слова совсем, в нем не содержится ничего увлажняющего и питательного. Это просто яркий блеск с блестками, который съедается за полчаса, и на губах не остается никакого комфортного ощущения. На мой взгляд, блеск за 1500 должен сейчас содержать ухаживающие компоненты, потому что, ну, это просто какое-то свинство, если он их не содержит. Ладно бы, если бы он красиво смотрелся, или если бы он долго держался, но нет, он не смотрится красиво, он недолго держится, и он не содержит ухаживающие компоненты. За что платить 1500, я, честно говоря, не знаю, и поэтому вам не советую. И последнее мое разочарование, за которое в меня опять-таки полетят помидоры, капуста и все прочие тухлые овощи, это Наташа Денона Глэм. Да-да, кому-то она понравилась, у меня был на нее отдельный обзор, оставлю ссылку, но мне эта палетка не зашла. Мне нравится гамма, я обожаю матовые оттенки в этой палетке, мне нравится то, как подписаны эти оттенки, но мне не нравятся светлые шиммеры, которые смотрятся дешево и которые смотрятся дешево. В общем-то, это главная претензия. Они действительно плохо смотрятся, плохо друг с другом дружат, что тоже очень важно. И кто-то, конечно, может сказать то, что не всем нужны яркие тени. В меня даже летели негативные комментарии на тему того, что я не умею краситься и что палетка хорошая и не всем нужны яркие тени. Я согласна, что не всем оно надо, но когда ты покупаешь тени за 5000 рублей, они должны как минимум хорошо держаться. Эти тени, эти шиммеры исчезают уже в
первой половине дня. И от того, что вы делали утром, не остается ни следа. Вы можете сколько угодно говорить про то, что я ничего не понимаю в макияже, или что я не умею краситься и так далее, но тени за 5000 рублей не должны исчезать уже через полдня. Они должны держаться хорошо и должны выглядеть хорошо. Если они этого не делают, то эта палетка не стоит 5000 рублей. Это мое мнение, я имею на него право, вся косметика субъективна. Если вам эта палетка понравилась, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, ничего, не слушайте меня. Но, на мой взгляд, это не качество теней на 5000 рублей. Мы почти закончили, и последняя категория средств, о которой я предлагаю вам поговорить, это категория средств, которые балансируют от фаворитов к разочарованиям, от разочарований к фаворитам. Это такая странная категория, которая то тут, то там. Итак, первое, что я вам хотела бы показать из этой категории, это палетка от Charlotte Tilbury Exaggerated Eyes. Если вы смотрели мое видео после покупки этой палетки, это было, наверное, года полтора назад, эта палетка попала ко мне в разочарование. Да-да, я очень-очень разочаровалась этой покупкой, но сейчас я стала замечать, что у меня тянется рука к этой палетке тогда, когда мне нужно сделать спокойный, неяркий макияж, но при этом очень красивый и качественный. Вот в те дни, когда нельзя делать что-то яркое, когда у тебя мероприятие или еще что-то, когда у тебя макияж не должен блистать на твоем лице, когда он должен быть красивый, но спокойный, вот тогда эта палетка у меня всегда оказывается в руках. Больше того, я именно эту палетку использовала, когда снималась в рекламе. Да-да, я недавно снялась в рекламе. Это была реклама VR-игры. Реклама еще не вышла. Как только она выйдет, я ее затранслирую у себя в Инстаграме. И именно тогда я взяла эту палетку и смотрелась очень-очень хорошо. И тогда как раз-таки я поняла, что палетка-то неплохая. Просто к ней нужно относиться по-другому. Если вы любите тени Наташи Деноны и Анастасии, то есть яркие пигментированные тени, то эта палетка вас разочарует, как она разочаровала меня. Но если вы посмотрите на макияж под другим углом, то в таком случае у вас могут сложиться и хорошие отношения с этой палеткой. Если вы любите полупрозрачные тени, не яркие, не акцентные, то в таком случае у вас проблем не будет вообще, вы подружитесь. Следующее средство, которое тоже у меня балансирует между двух миров, это тушь, тоже от Charlotte Push Up Lashes Pillow Talk. Эта тушь мне сначала не понравилась от слова совсем, первое время она очень активно наносилась на ресницы, она их склеивала, она пачкала века, я ненавидела всей душой эту тушь, но потом, спустя месяц, формула изменилась, формула подсохла, тушь перестала склеивать ресницы в паучьи лапы, она перестала пачкать века, и я полюбила ее, мне она действительно понравилась, я использую эту тушь тогда, когда мне нужны более яркие ресницы. Если ты делаешь более акцентный макияж, не нюдовый, а более яркие тени используешь в повседневной жизни, то для того, чтобы макияж был более гармоничный, тебе нужно использовать более яркую, более акцентную тушь. И тогда как раз-таки возникает вот этот вариант. Можно, конечно же, клеить пучки и ресницы, но согласитесь, в повседневной жизни ты этого делать не будешь, потому что это неудобно. Ну не пойдешь ты на работу или еще куда-то, на какое-то мероприятие, на встречу с подружками с ленточными ресницами. Но это неудобно. Поэтому нужна более яркая, более драматичная тушь. Вот тогда-то она и всплывает. Поэтому, в общем-то, мне она понравилась в конечном итоге. И примерно та же ситуация у меня произошла с тушью Кико Милано Максимо. Также я ее не любила, также она склеивала ресницы, пачкала века. В общем, был какой-то ужас и тьма кромешная, но больше времени ей понравилось на то, чтобы раскраситься, на то, чтобы подсохнуть. Примерно 2 месяца спустя все-таки любовь сложилась, и она стала спокойнее. И последнее, пожалуй, средство, которое я хотела бы вам показать в этом видео, это вот такой набор от Iconic London. Это Brow Silk. Здесь у нас сам гель,
и зубная щетка для прочесывания бровей. Зубная щетка мне очень понравилась, я ее обожаю. Она очень классно, буквально одним движением прочесывает брови, она их ставит наверх, придает эффект ламинирования бровей. И целую минуту этот эффект держится, но потом волосы опадают. И в первую минуту я обожаю этот эффект. А вот когда волоски опадают, и уже ничего не остается, и нет никакой фиксации, вот тогда я это средство ненавижу. Поэтому у меня нет определенного мнения об этом средстве, нету особой любви, нету особой ненависти, это одновременно и любовь, и ненависть. Я уже что не пыталась делать, как не пыталась наносить это средство, и в несколько слоев, и сначала зачесывать наверх, потом вниз, потом наверх, никакой фиксации, к сожалению, от этого средства я со своими бровями добиться не могу. Ну что ж, а на этом все. Это были все мои фавориты и разочарования этой осени. Если это видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!